Сегодня мы произведем установку фильтра Tetra 400+, в аквариум 80 литров. Для начала мы произведем изъятие старого фильтра акваелевского погружного. Достанем его, чтобы он не мешал. Отслужил данный фильтр верой и правдой, и я думаю, что еще послужит. Посмотрим, что у нас. Уголь мы класть не будем, это просто однозначно. Вот здесь вот у нас не хватало биологических колечек, мы их докупили и сейчас заполним. Что ж, укладываем. Мы здесь все промыли, сложили. Здесь должны быть стрелочки. Вот они указаны на пластмассе. И на корзиночке стрелки указаны. Вот, ставим по направлению стрелки корзины. Укладываем их. Вот раз. Укладываем бионаполнитель. Я чувствую, здесь микробы будут хавать, наслаждаться жизнью. Сам бы здесь жил. И тоже по стрелочке устанавливаем в корзину. Пришлось приобрести вот такую вот сеточку, мешочек, чтобы распределить полностью по фильтру бионаполнитель, а то там получаются промежутки и 195 рублей, кстати, очень дорого, на мой взгляд, что там проходит вода, не захватывая весь бионаполнитель. Вот так вот получилось, по-моему, просто великолепно. Так, установлю его непосредственно в тумбу. Уместится ли? Вот в чем вопрос. То есть входная трубка у нас, ну, встанет здесь, а вот где выходная, она должна как-то циркулировать, она как-то должна вот отсюда, что-то быть, как она здесь должна крепиться. Я не понимаю, если честно, пока что. Сейчас что-то подумаем вместе. Также вот на приемную трубку, здесь вот заходит вода, ставим префильтр, это чтобы мелкая рыбка сюда не занырнула, не дай бог, и чтобы заодно обеспечить, как бы наоборот, не допустить крупного мусора попадания в фильтр, чтобы он как можно дольше служил, чтобы там рождалась биологическая жизнь. Ответственный момент, подключаем фильтр. Так. Вот он встал назад. Поворачиваем замочек. Закрываем. Запираем.
Открываем кранчики. Пульк-пульк. Произошло пук-пук. Вот трубка забора. Вот трубка выхода. Устанавливаем глубинную бомбу. Бебе. Все вот так вот выглядит у нас. Компрессик новый. Фильтр. Еще бы освещение сюда поставить. Выглядит. Пузырится. Всем всего хорошего, до свидания.